16. Арендатор, как вас зовут? МВК 16, школьной столовой. Меня зовут Веревкина Светлана Юрьевна. Я здесь 4-й год как арендую помещение. Вот. За это время я за свои собственные деньги поставила раздаточную линию, сделала как бы революцию. Дети имеют право выбирать, могут выбирать все сами то, что хотят видеть глазами. Я закупила оборудование, посудомоечную машину, другие тепловые оборудования, пара конвектоматов закупила, электрокотлы, посуду, в общем, много чего сама и делаю, и ремонт, и... Скажите, что изменилось в меню вот что с введением? Что вы такого интересного? Мы за это время сделали... Во-первых, вся пища идет на пару или в духовку. Жареного особо ничего нет. Детям нравилось с первых дней. Как бы мы к этому шли уже давно. Самое любимое блюдо у детей какие? Конечно же, картошка, котлеты. И салаты. Из салатов капуста, буряк. Буряк капуста. У вас же какое-то ЧП, как оно называется? Я фоп-веревкина. А из напитков что-то новое добавилось? Я вижу там большое. Из напитков нового добавилось сок томат. То, что предлагает Клапатен. Сок томатный? Сок томатный. Это то, что добавилось вот буквально недавно. А все какао, все, что было, чай с лимоном, соки, каркаде, это все мы уже все это время давно даем. Буфет тоже ваш? Буфет мой. Вся выпечка и вся продукция полностью делается на пищеблоке. Ничего привозного нет.